15 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 50 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 3-й ступени. Есть выключение двигателя 2-й ступени. Есть отделение 2-й ступени. Есть сброс панели хвостового отсека.